знаете, все эти советы, типа, купите новое нижнее белье, разожгите страсть. Мы с Никитой всегда смеялись, какие же хуй должны быть отношения, если для секса нужны новые трусы. Угу. А вчера я пошла за трусами. Ну что нового может случиться с нашим сексом, ну серьезно? Мы уже год нормально не разговариваем. Все жду, когда мы с телефона вылезем. Она уже год в депрессии. Я одна из самых духовно красивых людей своего времени. И не только в России, а во всем мире. Спросите у своего мужа, он меня всю отлайкал. Вот такие ему нравятся. Я ненавижу его. Давай разведемся. Ты что? Ты порезалась? Что тут случилось, да? Так не кричи на меня! Ты кто такая? А? Я тебя вообще не знаю. Куда ты мою жену дел? Короче, мы не просто убийцы, мы санитайзеры. Мы очищаем этот мир от всяких придурков. Согласна. Следователь по особо важным делам Иванов Роман Андреевич. Как вы узнали, что это парень и девушка 20-30 лет? Ну а сколько вам? Ты не волнуйся, я все возьму на себя. Что?